сложные углеводы. Вкусная запеханка там. Это мусака греческая. Да пофиг. Сложные слова. Давай мутить контент. По-русски скажи, что ты хочешь. И сложные люди. Сисястая домработница. Я думал, сеструха мамкина. Против простого русского мужика. Ты видел, как он выглядит? Как будто 20 лет назад мусор выносил, заблудился, вот так и ходят. Владимир Епифанцев, Ольга Медынич, Антон Рогачев, Светлана Камынина, Гоша Куценко и Павел Ворожцов. Здесь нет рыбы, это искусственный пруд. Карасик или плотвичка должны быть. В народном сериале «Просто Михалыч». С 30 января в 9 вечера. Премьера на ТНТ.